Чтобы заправить своего железного коня голубым топливом, актюбинским водителям сегодня пришлось проехать не одну заправку. Дефицит сжиженного газа в Актюбе стал уже традицией и случается минимум раз в год. Сколько газа получит та или иная область страны, определяют в Министерстве энергетики. И в нашу область ежемесячно завозится в среднем 11 тысяч тонн такого вида топлива. Таких объемов хватало в прежние месяцы, но в июле уже нет. В управлении предпринимательства обусловили это повышенным спросом. В целях решения данного вопроса на этой неделе в область дополнительно будет поставлено 700 тонн газа. В целом хотелось бы отметить, что одной из причин дефицита газа является рост объемов его потребления из-за разницы цен с бензином. На сегодняшний день цена на газ в 3,5 раза ниже цены на бензин. Оправдание не самое удачное, ведь последние полгода газа на заправках хватало при все тех же объемах поставок. Да и спрос был такой же. Но накануне неожиданно случился дефицит. Теперь, по словам чиновников, наш регион в экстренном порядке должны доставить дополнительные тонны голубого топлива. Влад Рогушев, программа «Факт».